Еще одна история, связанная с автомобилями. Кадры, которые мы сейчас покажем, были засняты случайным прохожим на улице средь бела дня. Внедорожник подрезает легковую «Хонду» и прижимает ее к обочине. Двое мужчин, видимо, хотят разобраться в ситуации, которая произошла на дороге минуты ранее. Они показывают царапины на бампере и в следующую секунду объясняют водителю легковушки, как он неправ. Сначала удар ногой в живот, а затем хук справа. И тут происходит невероятное. В кадре появляется девушка-блондинка, которая стала свидетелем этой драки. Она быстро оценивает ситуацию и, вы не поверите, бросается на помощь. Заученным движением отвешивает пощечину одному, на выручку кидается второй мужчина, завязывается потасовка, но пассажиры внедорожника понимают, бить женщину нехорошо и лишь пытаются успокоить агрессивную даму. Отмечу, что водитель «Хонды» при первой возможности бросил на поле боя свою заступницу, сел в машину и заблокировал двери. Когда отважная блондинка убедилась, что он находится в полной безопасности, ей оставалось только поправить прическу и идти дальше по своим делам. Хотя после такого поступка владелец легковушки мог хотя бы предложить подвести девушку.